Привет, с вами Тони Мосс, Music Академия. Сегодня мы находимся в нашей студии Production и будем рассматривать контроллер от компании Akaia APC40. Работает он с программой Ableton Live. Мы записали несколько клипов и сейчас покажем вам, как все это работает. Поехали. В данном случае я запустил второй канал, на нем у нас записан лид. Непосредственно с контроллера можно добавлять эффекты. Это Sense B в данном случае. Добавил я дилей. Итак, запустим ритм-секцию. Путем нажатия клавиши Activator. Установлена акклиматизация, поэтому запускаются они точно так, даже если вы немножко ошибаетесь с момента нажатия пада. Установлен кроссфейдер, можно переключаться между каналами. Каналы разбиваются на секции А и Б. Соответственно, на Б у нас лид, на А у нас ритм-секция. Добавим баса. Громкость каналов можно регулировать с помощью фейдеров. И добавим мелодию. Также поднимем громкость немножко, более отчетливо будет слышно. Также на 5-6 канал мы назначили отдельные сэмплы барабанов. Можно непосредственно включить их в микс. Также можно добавить дилей, например, на рабочий сэмпл 5-го канала. Естественно, эффекты можно разнообразить, то, что вам интересно, и разбавлять таким способом микс. Вот такое устройство. Очень удобно при работе с Ableton Live. В принципе, идеальная синхронизация. Не нужно делать никаких дополнительных настроек. Приходите к нам, можете пощупать, поюзать со своим ноутом и при желании приобрести. С вами был Тони Мосс, Music Академия. Пока.